Наташа, мне кажется, что у тебя много получается, и мне кажется, ты человек талантливый в сфере работы с людьми, и из тех компетенций, которые я вижу как компетенции высокоразвитые, я вижу, с одной стороны, контакт с участниками и такое желание работать с людьми и желание быть им полезной. В то же время я вижу умение вот так очень структурно и методично мыслить и подбирать упражнения под задачу, придумывать новые форматы. И поэтому, на мой взгляд, эта техника тренерской работы, такая методическая, методологическая, она тоже на очень хорошем уровне. И то, что меня тоже радует, есть желание постоянно самосовершенствоваться, саморазвиваться. Ну, то есть желание осваивать новые темы тренингов, новые методы, новые инструменты работы. И то, что, например, я знаю, что там ты много изобретаешь новых возможных форматов работы. Например, я знаю, что ты работаешь над темой там, выхода через диджитал-инструменты, то есть через электронные форматы. Вот мне кажется, это все очень признаки такого зрелого профессионала, который, с одной стороны, многого уже добился и в своей основной базовой сфере, связанной с ресторанной деятельностью, и в других сферах бизнеса тоже пробуешь работать, я знаю. Поэтому, вот, наверное, все это в совокупности и определяет, ну, хорошие перспективы и хороший текущий уровень качественной работы. Поэтому желаю, чтобы ты не останавливалась вот в этом поиске новых форматов и новых клиентов. Знаю, что рынок Кузбасса, он весьма перспективен и потенциален, поэтому надеюсь, что тебе удастся и в режиме корпоративной работы, и в режиме в то же время работы с физлицами в открытом формате тоже многое реализовать.